начинает работать сцена, как вы заметили. Здесь не только люди балаболить будут, но еще и музыканты. Если вы сейчас слушаете Бим-радио в своем приемнике, то обязательно приходите сюда в кольцо, присоединяйтесь к нашей компании. То есть самая движуха начинается сейчас. Говорим мы об основном небезызвестных всем диджеях. Несколько я предлагаю формулировок. Если вы угадываете из первой попытки, то вам составим точно такой же подарок, если бы вы угадали с первой попытки. То есть, собственно, никаких... Выбора никакого нет, по сути. Градации нет. Итак, 28-628, звоните, это диджей. Последно приглашал раньше в гости, но посторонних почему-то не пускал. Кроме того, он является фанатом Штирлица, имеет официальное военное звание. И он еще самый высокий. Самый высокий. Еще плюс ко всему, главный разгильдяй. А может быть, разгильдяй сам? Мы же не уточняем, это мальчик и девушка. Я думаю, что все-таки больше разгильдяй. Как? 2-7-8-2-8-2-8. Алло, не так громко, мы вас слышим, все прекрасно, вы в эфире. Алло, Диляра. Да-да. Вы знаете, кто это диджей? Про кого мы загадку загадали? Да, я узнала, это Паша Стёбин. А вы по каким описаниям узнали, что это Паша Стёбин? А вы знаете, это самый любимый ведущий, самый лучший диджей. Пашка, покажись. Паш, покажись. Тебе признаются в любви самый любимый ведущий. Посмотрите, вот он наш красавчик, разгильдяй высокий. Ну, а положительных качеств, конечно, Паша намного больше, чем каких-то других. Я счастливый дурачок, и все мне нипочем, и мысли ни о чем. Я улыбнусь везде, услышу ее смех.